В детстве у меня был дружок, молоденький бычок, теленок. Мы с ним играли. И однажды он разыгрался и поднул меня под дых. Я отлетела в канаву, сколько я потеряла сознание, сколько я пролежала в этой канаве, минуты, секунды, я не знаю. Но с тех пор я побаиваюсь коров. И вот летом 1975, дай бог памяти, года, мы с моей подругой уезжаем к ним в дом под Тулу, чтобы провести там наши отпуска. Лето замечательное, в один прекрасный день мы с Тоней решаем устроить девичник. Берем немножечко венца, помидорчики, огурчики, хлебушек, лучок, сыр и идем в лес. Находим замечательную полянку в лесу. Кругом, значит, такой редколесье, кустарник, и на этой полянке растет большая-большая береза. И тут из кустов раздается жуткий хруст, причем как бы быстро приближающийся с трех сторон. Я говорю, что это? Тоня оглядывается и говорит: Танька, бычки. Я не помню, что было дальше. Я помню только одно. Я гляжу и вижу рогатенькие коровьи морды, которые выдвигаются из кустов прямо-таки на наш дастархан. И вот дальше я ничего не помню. Дальше картинка следующая. Я осознаю себя висящей метрах, наверное, в 4-5 над землей на этой березе. Ниже меня, чуть ниже, голова вровень с моими коленками, на этой же березе висит Тоня. А внизу вот эти вот рогатые создания, страшные такие, которых я так боюсь, замечательно уписывают наши огурчики, помидорчики, хлебушек, которые мы даже еще не успели попробовать, опрокидывают нашу бутылочку, пытаются пожевать скатерть, а мы висим на этой березе и трясемся. Тоня смотрит и говорит: Таня, ведь это не бычки, это тёлки. Я ей сверху, ну и кому от этого легче, а тёлки что, не бодаются? Дальше появляется пастух, который, значит, этим тёлкам. Пошли, 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 тёлки пошли. Мы слезаем с этой березы. Ну, что-то тёлки не доели, немножко нам всё-таки осталось. Сидим, значит, мы по рюмочке приняли. Я говорю: Тонь, а как мы с тобой на березе-то оказались? Она говорит: ты знаешь, не помню. Я говорю: ты вообще хорошо по деревьям лазаешь? А Тоня, она пониже меня ростом и такая плотненькая. Она говорит: да 100 лет не лазала в детстве только. Я говорю: ты знаешь, я тоже только в детстве. Давай попробуем залезть. Подходим мы к этой березе и пытаемся на нее залезть. А там ветки начинаются, ну так, в общем, подпрыгнуть хорошо надо. Очень хорошо подпрыгнуть. Прыгаем мы до этой ветки. Ну, я где-то с какого-то прыжка ее кончиками пальцев все-таки задеваю, а Тоня вообще до нее допрыгнуть не может. Вот о сверхвозможностях человека в каких-то критических ситуациях. Что-то включается, какие-то механизмы. Об этом, собственно, много говорилось и много писано, очень много вот всяких-то подобного рода историй. Но вот такую историю я испытала на себе. Что-то включается, какие-то механизмы, когда человек, впадая в необычное для него состояние, способен на то, на что в обычном состоянии сознание, там, эмоции, он просто не способен. То есть на эту березу мы так и не взобрались.